Праздничный салют в честь Дня Победы. Прямой эфир? В Москве проходит праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Артиллерийские расчеты произведут 30 залпов. После в небо будут выпущены несколько десятков тысяч фейерверочных изделий. Мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были перенесены из-за распространения коронавируса. Сегодня возложили цветы к могиле неизвестного солдата, к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, к монументу на Поклонной горе, памятникам защитникам неба, ополченцам, фронтовым шоферам, соловецким юнгам, военным врачам, малолетним узникам фашизма и десяткам других мемориалов столицы.